Владимир Алексеевич Кондряков, рекордсмен, вошедший в книгу рекордов Гиннесса. В администрации Подрезкова уважаемый и почетный гость – химчанин Владимир Кондряков. В свои 70 лет школьный учитель по истории УБЖ, подполковник погранвойск в отставке, установил рекорд России по воспроизведению бесконечного числа пи. В течение 4 часов пенсионер записал 13 183 произвольных, не поддающихся четкой последовательности знаков математической константы после запятой. Впрочем, с химчанами рекордсмен встретился не ради рассказа о своих заслугах, а поделиться простыми секретами, как тренировать память. Какая бы память ни была, человек владеет только 3% памяти. Возможности памяти. 3%. Дело в том, что если бы он владел 100% возможности головного мозга, он бы запомнил всю библиотеку Ленина. 40 миллионов томов. Однако и с 3% всего потенциала памяти можно запоминать очень много, уверен Владимир. Нужно лишь использовать методику. Например, числа можно запоминать с помощью образов, на которые они похожи. Так, число 22 – это лебеди, а единица – это кол. Чем больше запоминать, тем больше память будет устоявшаяся, и надолго ее хватит. Ну, во-первых, приемов запоминаю очень много. Самый распространенный прием – это образная память, с помощью образов запоминают, когда что-то известное связывают с неизвестным, привязывают. Ассоциации называется вот эта связь, и тогда она легко запоминает. Встреча рекордсмена по памяти с горожанами прошла в рамках мастер-класса, которые в Химках проходят регулярно. Выбрать интересное для себя можно в афише газеты «Химкинские новости». Также информация о будущих встречах есть в соцсетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте.